Семена петунии мультифлора Mamba Jippy Sweet Pink, Mamba Jippy Sweet Pink – это прекрасный вариант для временных клумб. Однолетнее растение цветет в течение 4-5 месяцев, с июля до первых заморозков. Этот гибрид хорошо выдерживает пересадку, может расти на солнце и в полутени, не подвержен воздействию дождей и ветра, быстро восстанавливается при снижении температуры. Главной особенностью цветка является его небольшой размер около 20 см, при обильной бутонизации одновременно на кусте может появиться до 20-30 бутонов. Цветы крупные, около 8 см в диаметре, нежно-розового цвета. Петуния мультифлора Mamba Jippy Sweet Pink – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния мультифлора Mamba Jippy Sweet Pink в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.